Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Александр Абдулов – талантливый актер с привлекательной внешностью. Он прожил короткую, но яркую и насыщенную событиями жизнь. Легенда театральной Москвы. Александр Гаврилович был обожаем женщинами, поэтому его личная жизнь всегда обсуждалась всей страной. 17 лет он жил с Ириной Алферовой, но лишь за полгода до своей смерти он испытал прекрасное чувство отцовства. Юлия Абдулова, последняя супруга актера, стала единственной женщиной, родившей ему дочь Евгению. Сам же актер считает ее второй дочкой. Первой он называет Ксению Алферову, которую он принял как родную. В 2005 году заядлый рыбак и охотник отправился с друзьями на Камчатку. Этим же рейсом из Домодедово в деловую командировку вылетела эффектная брюнетка Юлия. В совместной дороге пара знакомится при помощи общих друзей. Прилетев на полуостров, они в ближайшие дни оказываются в одной компании. Друзья Александра сразу же заметили изменения в его поведении. Он стал напоминать влюбленного подростка. И вот это привело к тому, что Старый Новый год пара отпраздновала совместно, после чего никогда не расставалась, пока болезнь народного артиста не стала на пути их счастья. На свадьбу были приглашены только близкие люди. Отмечали торжество в любимом ресторане Центрального дома литераторов. Симпатичную брюнетку начали обвинять в меркантильности. Повсюду слышался шепот. Сама же Юлия Николаевна никогда не стремилась попасть в артистический круг. К тому же, на момент знакомства у девушки финансовое состояние было куда лучше, чем у Александра. Квартира, машина и прочие дорогие вещички – все это было ей доступно. Но счастье долго не продлилось. У Абдулова диагностировали рак 4-й степени. Встреча нового 2008 года прошла в семейном кругу Абдуловых дома. Александру Гавриловичу опять стало нехорошо. Он поднялся в детскую, взял Женечку на руки, поцеловал, сфотографировался с ней и попросил супругу вызвать скорую помощь. Через 3 дня его не стало. Юля была с ним до последнего вздоха. Тяжелое восстановление предстояло женщине после смерти супруга. Она некоторое время даже не занималась воспитанием дочери, рыдала и находила утешение в алкоголе. Пока ее мама не сказала, что пора браться за ум и продолжать жить. Спустя 4 года, давая свою исповедь всему российскому зрителю, женщина даже по истечении времени не могла сдерживать слез. Это была настоящая любовь. Сейчас Юлия Николаевна самостоятельно воспитывает дочь и увлекается астрологией. Она даже обучалась предсказательной практике у Павла Глобы. Евгения очень похожа на своего отца. Она лидер, девочка энергичная и обучается хореографии. 9 месяцев дала судьба Александру Гавриловичу сыграть главную роль в своей жизни – отца родного ребенка. Он ушел, оставив в памяти российского зрителя более 150 ролей, а в сердцах близких людей – боль от утраты и теплые воспоминания. А как вы считаете, действительно ли у Юли были меркантильные мысли? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!